Духовность, нравственность, патриотизм – основа единства страны. Как воспитать идеального гражданина и привить ему любовь к малой родине? Фундамент главных ценностей должен закладываться еще в начальной школе, а закреплять его должны преподаватели вузов, утверждают участники форума. Форум, который проходит, он как раз собрал на нашей площадке в городе Сочи духовенство, ученых, общественность, преподавателей для того, чтобы обсудить проблемы духовно-нравственного воспитания нашего и молодежи, и в целом формирование вот нового облика нашего жителя, нашего города и в целом России. За круглым столом участники форума развернули настоящую дискуссию, из чего должны строиться духовно-нравственные ценности – главная тема встречи. Здесь с двумя целями. С одной стороны, очень внимательно послушать вас и обобщить тот опыт, который можно вынести не только на Россию, а на самый международный форум. Те личности, тот опыт, который есть, мы, конечно, безусловно, будем включать в программу и стараться, чтобы он был известен всем.